Итак, ребятки, всеми нами любимая рубрика «Распаковка нахуй». Отель «Хаят», 5 звезд, центр Лени. Давайте посмотрим, что он из себя представляет. Итак, прямо на входе. Какая-то интерактивная система, нихуя себе, которая все включает. Видите, свет везде. Большое зеркало. Дальше. Шкаф для одежды. И все это выглядит довольно-таки нихуево. Прямо вот новенький, знаете. Дальше. Две кровати с мягким отдельным матрасом. Картины какие-то. Большой плоский телевизор, заебись. Неплохо. Чаёк, кофе, бутылированная водичка. Ну, нормально. Есть. Все, и все Xiaomi, да? Напиточки в холодильнике. Вид на балкон открывается или нет? Нет. Какая-то теплица, нахуй. Ну, вот он вроде бы компактный, но, знаете, выглядит он прямо заебись. Ну да, неплохо. А, еще туалет. В туалете сейчас. Ебать, а что ты тут делаешь? А тебя это ебать не должно. Большие города. Бля. 13 дней до разъебалова подписал Александр Зубарев. Не ожидали, да? Это тот чел с плюшкой, если что. Каким-то образом в Китае оказался. Видимо, ну короче, что-то они, видимо, сняли. Ну, плюшки, наверное. Я в ахуе, конечно. А с тобой? А я-то чё? Схуя ли я? Я вообще это самое, меня все избегают. Ты чё, чел, меня боятся, бля. Так вот, плюшки, да? Наверное. Я не знаю, что они там снимали. А может, и серию, и кого-то сериала там, вот эту вот, короткометражки, да? Хуй знает, короче, 13 дней осталось, ждем. Да, а, они кат стримить будут? Да ладно, собак крутить, что ли? Охуеть. Возможно, кстати, я что-то об этом не подумал. Они плюшки снимают. Хм. Тут еще вопрос, кто кого разъебет на этих плюшках, блядь, знаете. Зная Зубарева, мне кажется, там все наоборот будет. Ой, бля. Ну ладно, ждем.